на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцев пытаться говорить на британском акценте. Это просто, это не я, и это меня, не знаю, это мне просто пытаться быть кем-то другим. Вот. Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю, пока! Всем привет! Наконец-таки я делаю это видео на русском. Я очень сильно переживала за это.